Накануне Нового года совместно с администрацией города Ульяновска мы запустили новый проект. Теперь, подойдя к информационной таблице, которая находится на историческом объекте, наведя смартфон на QR-код, вы выйдете на сайт ulpravda.ru и узнаете больше об этом здании. Проект является продолжением телевизионного проекта «Улправда ТВ» на семи ветрах. Напомним, в рамках этих пеших прогулок по городу Ульяновску мы рассказываем об архитектурных шедеврах, памятниках, интересных зданиях, построенных в советское время, людях, которые там жили и творили. Мы знакомим с богатой историей города. Теперь на исторических объектах, о которых речь шла в передаче, появились информационные таблицы с QR-кодами. Также на бульваре напротив театра кукол появились пилоны от издательского дома «Ульяновская правда», тоже знакомящие с историей города. Конечно, у нас бы не получилось реализовать проект без поддержки и помощи администрации города Ульяновска. Установка табличек на улице Гончарова – это только первый этап. В 2020 году мы будем продолжать реализацию данного проекта и планируем установить таблички на зданиях, значимых с точки зрения истории, культуры и туризма. Это положительно отразится на туристическом потенциале и позволит жителям и гостям города знакомиться с историей Симбирско-Ульяновска в режиме онлайн. Издательский дом «Ульяновская правда» выражает огромную благодарность администрации города, лично главе города Сергею Сергеевичу Панчину и управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости «Улправда ТВ».